Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 7 марта 2023 года. На улице минус 7 градусов мороза. Холодно. На эту вишню хочу сделать прививку. Черешню привить. Вишне это уже лет 5, а то и больше. Но это потом мы с вами попробуем привить. На веточке. Попривьем. Ну ладно, не об этом. Иду я к своему ореху, фундуку, выращенному из косточки. Сама выращивала своими руками. Хочу попробовать его размножить. Отрезать веточки 3 и поставить прямо в землю. И землю это обильно поливать. Видите, пыталась его вырастить деревом, но не получается. Он все равно разросся кустом. Ну что, 3 веточки. Вот они внутри, которые мешают сейчас. Вот эти вот, наверное. Вот эту веточку срежу. Вот эту, которая внутрь смотрит. И здесь где-то. И все, и больше не надо. И вон еще есть. Но это можно будет потом весной попробовать прямо под корень. Ветки обрезать и посадить. Ну ладно, сейчас буду аккуратненько обрезать. Вот так порядила, мои дорогие друзья. Вот они, 3 веточки. Ну, дома подрежу немножечко макушечки и посажу землю, сделаю небольшие череночки. Пойдем теперь домой. Холодно, ветер, никак весна к нам не хочет приходить, никак. Пришла в дом, вот они у меня, 3 помидорки и 3 веточки. Сейчас я, наверное, все-таки обрежу макушки. Сделаю такие вот небольшие, типа вот как этих у меня с нектаринки. Вот столько обрезала, это выброшу, наверное. И просто вот в землю, рядом с томатиками. Немножко подальше. А земля отвратительная, плохого качества. И обильно сейчас полью теплой водичкой. Все. Больше ничего я делать не буду. Это у меня просто произвожу я эксперимент для себя. Хотя фундук, он как лоза, должен размножаться хорошо, но я никогда не пробовала таким способом. Вот хочу попробовать. Сейчас обильно-обильно полью. Набрала я теплой воды и хорошо его пролью. Помидорки хорошо напитаются влагой. И постоянно, чтобы земелька была влажная. И сильно, особенно переувлажнять не надо. Ну, вот это у меня водичка для полива рассады. Вот яблоночка у меня растет понемножечку. Надо полить ее. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Я никого не призываю повторять за мной. Я просто для себя провожу эксперименты и показываю вам. Пока.